Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. В июне показывала вам две пары самодельных спиц, деревянных, они сейчас перед вами. И мне понадобились более тонкие деревянные спицы. Вот эти. И тоже самодельные. А также изогнутая спица для съема петель. Эта спица была ровной. Согнутая она теперь плоскогубцами. Понадобилась, и папа привел ее в тот вид, который был нужен. С изогнутой спицей планирую сделать урок вязания. Для каких узоров она нужна и подходит. Но это будет чуть попозже. Ранее она была одной из круговых спиц, поэтому с одной стороны она не ровная. Но для того, для чего она мне нужна, это абсолютно не важно. Это вид деревянной спицы до заточенных концов. То есть две палочки. Ну и также она теперь без зазубринок и заусенцев. Они, спицы. Длина новых деревянных спиц тонких 27 сантиметров. Диаметр примерно 4 миллиметра. Для примера навязала на деревянных спицах. Тоже в будущем планирую сделать на них уроки вязания, на более толстой пряже. Но толстой пряжи я пока так и не смогла купить. Такой вот у меня получился набор самодельных спиц. Это было все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.